Что вы сказали? Но теперь, я думаю, мы сможем выжить в этом месте, верно? С вами все в порядке? Как вам погода? Прямо сейчас, но разве вы, ребята, не пришли рано утром? Да, я знаю. Всегда, когда у нас концерты, когда мы собираемся на репетицию, там уже столько поклонников армии. А мне очень тяжело на сердце, и мне очень жаль вас. Но это любовь, которую вы дарите, поэтому я всегда благодарен. А буду и дальше благодарить и быть благодарным. Ну, так что, посмотрим комментарии. Привет, Намджун, я солдат во Вьетнаме. Рад встрече, я тоже скоро стану солдатом. Всегда присутствуют комментарии: Юнги, женись на мне. Ах, какой красавчик наш Намджун. А почему я вижу только такие комментарии? А это Чонгук, Чонгук. Действительно, я сегодня неплохо, правда? Это больно, да? Это ненормально. Итак, разговоры о Чонгуке все еще идут. А потом что-то, еще что-то. Сердечки. Всегда есть сердечки. Да. Я хочу пообщаться с комментаторами, но вижу только сердечки. Итак, у меня действительно осталась только одна история. Я думаю, что другой участник делает что-то странное. Прозвище Ким Намджун из Happy World. А мне кажется, я похож на Ласку. Да, даже по прозвищу этот человек не кажется обычным. Можете ли вы угадать, кто это? А вы можете себе представить, кто такой Ким Намджун из Happy World? Этот человек тоже. Мы подключены к телефону. Я сразу отвечу на звонок. Привет. А что это? Как сексуально. Да, здравствуйте. Кто это? А, прошу прощения. Ким Намджун из Happy World. Алло? А, мистер Ким Намджун из Happy World. Да, здравствуйте, я Ким Намджун из Happy World. Я думаю, что ваш голос очень похож на голос Ви. А нет, я не он. Как дела? Где вы сейчас? Я только что проснулся. А вы вчера хорошо потрудились? Я очень хорошо это видел. Видео с Ви. Ты выглядел великолепно. Что? Разве я не должен был притворяться, что я арми? А почему ты придумал себе такой никнейм? Привет, я Ким Тэхён из Happy World. Я имею в виду Ким Намджун. Ты раскрыл себя только что, Ким Тэхён. Да. Как дела? Здесь много поклонников армии. Скажи, что ты хочешь сказать. Я имею в виду... Как дела? Что... Ты сейчас видишь армии? Да, здесь 3000 фанатов армии. И многие другие люди вне концерта. Это... разве мы не просто разговариваем по телефону? Я могу просто поговорить с тобой по телефону? Я не знаю, есть ли у нас такой сценарий. Но ты просто следующий по сценарию. Я имею в виду армии. Они сказали мне притвориться, что я армии. А, все в порядке, Ави. Но, во-первых, это... Много людей пришло. Пришло более 3000 фанатов. Ты хочешь что-нибудь сказать? Что? Ты хочешь что-нибудь сказать? А мы... Это... Ладно, Тэхён, иди спать. Спокойной ночи. Хён, что? Намджун, я хотел с тобой прийти туда. А, вот как. Да, хорошо. Спасибо тебе. Было бы здорово, если бы ты пришел. Я должен был. Я собирался встать позади тебя, закрыть тебе глаза и сказать «та-дам». Нет, все в порядке. Спи спокойно. Спи хорошенько, не переживай. Да, ладно. А мне сказали, что будет видео на Виверс, так что я его посмотрю. Хорошо, позаботься о себе. Пока. Хён,
Да. Это ненормально. Это ненормально. Пока. Хорошо. Пока. Итак, я разговаривал с Чонгуком и Ви по телефону, и часть первая уже завершена. А сколько сейчас времени? Да, я не знаю, который час. Сейчас 17:00, и это Ким Нам Джун. И мы сделаем небольшую паузу. Мы вернемся во второй части шоу. Приготовлено еще много забавных сегментов, так что ждите с нетерпением. Так как это конец первой части, и у нас осталась еще одна последняя часть. Как последняя песня. Южная Корея сделала эту суперзвезду, верно? BTS. Среди них есть артист по имени RM. Давайте послушаем его песню и закончим первую часть. А вы думаете о том, чтобы встать? Тогда вставайте. Армии, это больно. Когда я еще смогу спеть эту песню? А вы готовы?